встретились на татами. В спортивном зале Дворца культуры России прошло 16-е открытое первенство Серпухова по карате. Участников состязаний собралось больше 120 человек. За выступлениями каратистов в ката и кумите наблюдала наша съемочная группа. Георгий Дерябин в ката на первенстве Серпухова выступал одним из первых. С волнением справился и одержал очередную победу. Гоше 12 лет. 8 из них он занимается карате. В секцию привели родители. Получается так, то, что родители решили, что я вообще должен чем-то по жизни заниматься. Ну и отвели меня в карате. В итоге-то все вышло замечательно. Вся суть в том, то, что как бы карате, оно не для того создано, чтобы как бы я там ходил налево и направо тумаки раздавал, а просто чтобы я мог постоять за себя. На соревнования в Серпухов приехало более 120 спортсменов из различных секций города. Более 60 каратистов представляло Тулу. Состязались и спортсмены из Протвино. Самым юным участникам всего по 5 лет. Причем у ребят уже есть опыт подобных выступлений. Буквально еще, может быть, 2-3 года назад это было 70-80 спортсменов на соревнованиях подобного уровня. Сейчас это стабильно больше 100, вот 120-130. И, в принципе, и то мы на сегодняшнем мероприятии мы ограничили. Учитывая, что это серьезное все-таки как бы такое итоговое достаточно мероприятие городское. Спортивный зал Дворца культуры России на этот раз с трудом вместил всех спортсменов и болельщиков. Поэтому слова начальника управления физической культуры и спорта администрации Серпухова о смене места проведения турнира на будущий год встретили овации. Мы пока смотрели на предварительные выступления наших спортсменов, приняли решение, что в следующий раз первенство и чемпионат города мы проведем в спортивном комплексе «Русский медведь». Когда-то мы начинали в этом зале. Федерация карате в Серпухове существует уже более 15 лет. А по сути, заниматься боевым искусством в городе начали еще раньше. Спортсмены успешно выступают на областных российских соревнованиях. А значит, карате на правильном пути. Пути пустой руки, как переводится название этого вида спорта с японского.